Караганду прибыли посол и консул Республики Болгария. Аким области и зарубежные гости обсудили вопросы сотрудничества Болгарии и Карагандинского региона. Подробности в следующем материале. На встрече с послом и консулом Республики Болгария аким Карагандинской области рассказал об особенностях центрального Казахстана. Глава региона ознакомил гостей с экономическим, промышленным и социальным состоянием области. Кроме того, зарубежные гости узнали, какие предприятия расположены в регионе. Специфика нашего края, нашего региона такова, что здесь представлены различные сферы экономики, отрасли. Начиная с угольной промышленности, ну и заканчивая сельским хозяйством. Далее наши крупные предприятия, вот Карагандинский металлургический комбинат, сейчас это входит в систему Арселора, называется Арселор Миттал Темиртау у нас. Это наше сталеплавильное производство. Далее крупнейшее наше предприятие цветной металлургии, это Казахмыс. На протяжении нескольких месяцев в Казахстане действует консульство Болгарии. А на этой встрече гости шахтерской столицы представили пакет проектов по теме энергетики, развития сельского хозяйства и IP-технологий. В целом-то у нас очень много общего. И в то же время мы в долгу перед нашими народами, потому что современное состояние отношений, оно требует намного больше. И мы так настроены сделать прорыв как в болгаро-казахстанские, так и в болгаро-карагандинские отношения. Надо вывести наши отношения на новые рубежи. В прошлом году 100 казахстанских студентов обучались в университетах Болгарии. Развитие сотрудничества в сфере образования Карагандинской области интересует по сей день. В частности, обмен преподавателями и студентами. Бакытгулюк, Асважанайдар Ахимжанов, Владимир Иванюк, 5 канал.